Хочу сказать, что, по-моему, все поняли после этого турнира, что он прошел здорово. По сравнению с турнирами, которые у нас были и в Дагомысе, и в Лоу, конечно, мы видим, что несомненные преимущества у нас здесь, в «Жемчужине». И, конечно, хочется сказать организаторам большое спасибо за это. И также я хотел поблагодарить своих ребят и девочек за хорошую игру. Мы тяжело раскочегаривались в главном турнире, но в конечном итоге ШСМ «Наше наследие» взяли 3 золотых медали, 1 серебряную, 1 бронзовую. И, по-моему, это несомненно успех. Помимо этого, обеспечив выступление в чемпионате Европы и женщин, и мужчин.